Для того, чтобы посетить выставку, не обязательно идти в музей или художественную галерею. Увидеть картины можно и на улицах нашего города. Сразу две работы Виктории Романовой украсили остановку Дворца детского творчества. Юной художнице особенно удаются времена года. Зима в ее исполнении притягивает взгляд. Пушистые сугробы, хлопья снега и мерцающее небо едва ли оставят равнодушным случайного прохожего. Это две работы, выполненные почти в одинаковое время. Здесь используются одинаковые техники. Одна техника – это мазочком, а другая – это плавный переход из темного цвета в светлый. Работа за мной – это работа, выполненная пейзаж зимы, а там работа уже лето, ну, начало лета, конец весны. Помимо пейзажа здесь можно найти и одинокий маяк, мельницу, вазу с цветами и даже космонавта. Авторы рисунков занимаются в объединениях «Палитра» и «Скетч Плюс» у педагогов Светланы Кокоевой и Елены Лемясевой. Отличительная черта, которая объединяет все эти полотна – работа с цветом. Одна из, скажем так, востребованных техник, из-за которой работы получаются яркими, красочными, вот такими, как на остановке, это плавный переход из цвета в цвет. Либо один цвет плавно переходит в другой, либо идет так называемая цветовая растяжка. Скоро в нашем городе может появиться еще одна выставка на остановке. 12 рисунков воспитанников Дворца детского творчества отобрали и уже передали в Департамент городского хозяйства. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24.